Продолжаем движение в сторону Челябинска. Заночевать пришлось на заправке Роснефти. Понадеялся на Яндекс.Навигатор. Выбрал мотель, чтобы остановиться на ночь. Он меня потащил хрен знает куда, за 10 километров от трассы. Нахрен такой мотель нужен. Поэтому развернулся, вышел снова на дорогу. Тут начались проблемы. Планшет никак не мог установить связь с интернетом. Потерял уйму времени, плюнул на все. И старинным методом двинулся дальше. Преимущества и недостатки Яндекс.Навигатора. Нет интернета. Продолжаем движение в сторону Челябинска. Заночевать пришлось на заправке Роснефти. Понадеялся на Яндекс.Навигатор. Выбрал мотель, чтобы остановиться на ночь. Он меня потащил хрен знает куда, за 10 километров от трассы. Нахрен такой мотель нужен. Поэтому развернулся, вышел снова на дорогу. Тут начались проблемы. Планшет никак не мог установить связь с интернетом. Потерял уйму времени, плюнул на все. И старинным методом двинулся дальше.
преимущества и недостатки Яндекс.Навигатора. Нет интернета, хрен что сделаешь. Ночь прошла. Спокойно, без происшествий, без приключений. Правда, последние километры, километров, наверное, 30, пришлось ехать в кромешной тьме. Пошел мелкий дождь, видимость была очень плохая. Двигался практически на ощупь. Асфальт черный. Все вокруг черно. Но концовку видео вы можете сами посмотреть, оценить. Условия движения. Повторяю, что понадеялся на Яндекс.Навигатор. Система неплохая, но имеет свои особенности. Полотно дороги от Челябинска до Кургана. Года два назад было вообще плохое, раздолбанное, гравийкой, ямы, колдобины. В прошлом году сделали дорогу, отремонтировали. Но, как видим, местами опять полотно разрушилось, требует ремонта. Началось не очень радостно. Кружка с подогревом от прикуривателя приказала долго жить. Вернее, не кружка, а сам кабель. Поэтому кофе пришлось брать на заправке в магазине. Я не люблю такое, но делать нечего. Должен сказать, эти вот провода, которыми от прикуривателя пользуешься для приборов, сделаны отвратительно, по большей степени. Сколько уже поменял для видеорегистратора, для навигатора, для других чинталов этих. Даже вспомнить не могу. В основном выходят из строя сами такие вот части, которые соединяются к прикуривателю, пластмассовые, и часто плавятся. Но, слава богу, вовремя замечал, принимал необходимые меры.
Так что будьте очень придирчивы вот к этим проводам прикуривателю. Лучше купить дорогой, но надежный, чем китайское дерьмо. А лучше всего самому сделать. Я уже заменил два таких штекера. На трассе купил, раздельно продавались штекеры. Вот, и сразу поменял. Один поменял на тройнике от прикуривателя, а второй поменял. Чем поменял? На чем-то еще поменял. Больше не было у продавца, поэтому это одна из таких маленьких проблем. Вообще на трассе я предпочитаю быть абсолютно, ну, максимально независимым от посторонних факторов. По этой причине много беру с собой внешних аккумуляторов. Других. Либо фасов. Ну а так движение проходит в обычном ритме. Интенсивность движения тут несколько повыше, чем между Новосибирском и Омском. Ну, это, наверное, объяснимо. Потому что фура выезжала со стоянки, совершенно не смотрит, двигаются автомобили по трассе или нет. Морду свою отвернул от дороги. Профессионалы долбанные. Еще раз извините. Вообще водителей больших грузов, впрочем, как и водителей легковых автомобилей, я бы под одну гребенку не стриг, не выравнивал. То есть на легковых автомобилях, как говорят эти водители больших грузов, только чайники ездят. А на больших, короли трассы, как они себя называют, короли дорог, короли дорог. Когда человек внушает себе такое состояние, что он король дороги, вот, это уже априори ставит его в положение, что он какими-то привилегиями пользуется. С такими убеждениями, с такими мыслями до беды очень недалеко. Вчера, в конце дня уже, когда стемнело, на трассе ругались один большой груз и водитель «Газели». Дальнобойщик орал на «Газель», отключи задние противотуманные фары, догоню, на стоянке разобью все. Ну, в общем, вот такой вот
король дороги в кавычках. Я не оправдываю этих газелистов. И совершенно не думают о том, опять-таки не все, я беру определенную часть, что разукрасив свой автомобиль разными световыми приборами, вернее, они не думают о том, что украсив свой автомобиль этими гирляндами разными, они мешают движению других автомобилистов, слепят. Думают, что их издалека будет видно, издалека. Ну да, издалека их видно. Но те, кто едет на более близком расстоянии, на самом деле ослепляет. Ну и второй этот вот дальнобойщик тоже еще тот фрукт разобьет, сломает. Но если слепит тебя, притормози. Увеличь дистанцию или обойди его, обгони. Вышел в эфир, там мат-перемат, сейчас записывать не стал. Весь диалог. Вообще не помню, писал я или нет этот скандал в эфире. То, что большие грузы украшают себя этими гирляндами, это понятно. Там узнать своего будет иллюминация в темноте. Это одна из функций вот этой гирлянды, которую украшают автомобили. Не знаю, насколько это сейчас необходимо украшать автомобиль как елку. Найти своего ты можешь всегда, включив радиостанцию или позвонив по телефону. А то, что едут такие вот украшенные как елка, украшенными как елка украшали этими гирляндами. Ну, у меня, например, вызывает определенную реакцию. Я не принимаю такое. Это для того, чтобы выделиться, что ли, покрасоваться какой-то красивый. Яда с утра достаточно. Ну или да. Встречаются автомобили, которые ставят эти вот яркие лампы, там галогенку, другие. Это понятно, они вот, большие машины там освещают все. Но совершенно башкой не думают, что этим же они слепят. Ослепляют встречные маленькие машины. Он сидит высоко, ему-то по барабану все. А завтра он пересядет на маленькую машинку и тоже окажется в ситуации, когда и слепить будут его, и отношение будет такое пренебрежительное. А, чайник едет.
я уж как-то коснулся этой темы культуры на дорогах. Молодые ребята, понаслушавшись рассказов, сами убедившись в том, что отношения к дальнобойщикам уважительные, не имея ни опыта, ни знаний, да ни хрена, в принципе, не имея в башке, молодые сопляки начинают мнить из себя, как говорил, королями дорог. Я вот сейчас пришел к мысли, что, наверное, на привалах, в столовой или в кафе, где собираются водители, буду делать короткие ролики о контингенте этих дальнобойщиков. Посмотрите своими глазами, хотя бы чисто внешне. Да, я сделаю такую подборку, может, отдельно, отдельными. Вообще-то, на мой взгляд, неплохая эта идея. Сделать подборку коротких роликов о водителях, дальнобойщиках на привале. При слове «дальнобойщик» возникают ассоциации, что такое стройный, подтянутый, спортивного телосложения. Такой харизматичный образ водителя-дальнобойщика. Работа, конечно, нелегкая, люди пользуются заслуженным уважением, основная масса, с этим даже спорить глупо, но такие вот колоритные личности. На видео засняты. Одно дело, когда он по радио в эфире общается с кем-то, а другое дело увидеть своими глазами. Я думаю, будет интересно. Может быть, кто-то узнает из себя. По крайней мере, такой план у меня есть. Сделать видео «Дальнобойщики на привале». Может, кто-то увидит себя лет через 5, через 10, будет внукам говорить: «Вот это я! Смотрите, какой я был!» Надеюсь, что в Ютубе, как называть, хрен его знает, это видео будет сохраняться длительное время.
мошенников на трассе. Я уже вам показал, как они выглядят, что говорят. В общем, картинку о мошенниках на трассе уже представляете. Несколько роликов о девочках на трассе. Вы тоже имеете возможность посмотреть. Я говорю, я никого не осуждаю, никого не сужу. Просто констатирую факт. Я не Господь Бог, чтобы кого-то судить, и так далее. У всех людей по-разному складывается жизнь, жизненный путь. Хотя стартовые условия в подавляющем большинстве у всех одинаковые. Но уже жизнь расставляет по местам. Жизнь расставляет все по местам, ставит всех на свое место. Кто виноват? Почему так получилось? В чем причина? Это уже вопросы к Богу. Так, продолжим мысль о мошенниках. Короткие ролики уже сняты, набирая популярность. О девочках несколько роликов есть. Но снимать, наверное, больше их не буду на видео. Не дай бог, знакомые или родственники увидят, зачем людям портить выбранный путь. Ну а теперь я говорю, вот у меня такая появилась идея, мысль снимать на видео дальнобойщиков. Это не какой-то слепленный образ. Будут реальные персонажи. Как делать буду, пока не знаю. Обстоятельства подскажут. На заправках, в магазинах, в кафе. Конечно, судить по внешности стопроцентно на человека нельзя, ни в коем случае. Внешность обманчива. Впрочем, как и одежда. Время примерно 6 часов 7 минут. Но чтобы совместить картинку с данным комментарием, развязка, на которой уходим в сторону Уфы.
это объездная дорога Челябинска, чтобы заезжать в город. Пробки, заторы. Навигатор потащил по объездной. Хотя я на него рассердился, на Яндекс.Пробке. Все равно пользуюсь его услугами. Не, ну на самом деле, нахрена мне отель там в 10 километрах от трассы? Че я там забыл? На объездной дороге Челябинска года, наверное, 2-3 тому назад ездили машинки маленькие, где по радио предлагались разные услуги мальчикам и девочек. Не знаю, сейчас это будет или нет, но на всякий случай оставлю включенным диктофон радио 15-го канала, там, где общаются водители, может содержать ненормативную лексику, так что или убавьте звук, или отключите его совсем. Потому что корректировать аудио это слишком утомительно, проблематично. Ну и в конце концов слово с песен не выкинешь. Работали, Мишка. А, понял. Че, куда побежал? Да, Мир, здесь, рядом, на Челябину, на Копейск привез. А, понятно. А я с Краснодара на Новосибирск. Понял. Альберт, ну там, говорит, это, возле Мишкина снег маленько был, блядь, вчера что ли шел, блядь. Ну, а так нормально, я вчера вот шел, сухо было после кургана. Давай, Альберт, удачи, там машинок нету, да, удачи. Давай, все. Хуй нарастает. Давай, ребят, удачи. Копейск. На этом участке двое перегонщиков. Второй пошел на обгон. Понял,
скоро начнется перевал. Через Уральские горы. А видео, если не забуду, постараюсь сделать надпись. Перевал через Уральские горы. Протяженностью порядка 200 километров. Спуск, подъем. Слева, справа. Как в горах. Так, наверное, и назову дальнобойщики. Одноименный фильм, в котором снимался. Снимались. Галки. Даже как вы смотрели. Популярные актеры. Водители больших грузов, которые с большим уважением относятся к коллегам на трассе, независимо от того, на какой он машине едет, на большой или на маленькой. Прижмется слава, там плохо уже самознать. И подскажет поворотникам, можно обгонять или нет. Конечно, и, как говорится, оторви да выброси. Песня в артиста, не выспался, что ли? Дети заладился, не только у меня. Памяти достаточно много прибрежных постов ДПС.
Москвы примерно 400 километров. Я иногда буду называть населенные пункты, но заранее прошу извините меня, если неправильно поставлю удаление. Названия новые, не на слуху, поэтому вы неправильно произнесли. Камеры сидит пьяненько.
каналы. Как они работают. Водители знают дорогу, участки не ограничено. Движение не едет. Ну, херный какой на семерке, ебаный урод, блядь. Вот вышел на обгон, видишь, там кличка есть, нет, надо до Талова ехать, блядь. Ну, мудак, нахуй, если бы я правее не подвинулся, он как раз бы, нахуй, сейчас там приехал, ебаный, до морга бы, блядь. Автомобили подставы, который идет... Максимально. Ну из-за таких дебилов, сука, и потом все и получается, нахуй, каша, блядь. Ему самому похуй на свою жизнь, он еще в мразь начинает компанию собирать на тот свет, блядь. Ребята, а как меня слышно, дети? Нормально, дружище. Благодарю. Огромная просьба, ребята, я снимаю видео о дороге. Пожалуйста, ну поменьше разрушенный ладно, потому что не вырезать потом мне не говорят вот это. Ну понятно, понятно, приятно. Благодарю. Автомобили подставы. Что ты думаешь, дружище, за дорогу что-то изменится, что ли? Этих роликов, знаешь, сколько вон в интернете. Мама, не горюй, особенно Самарская область. Как они были разбиты, так они и будут разбиты. Мол, вряд ли кто их там будет делать или еще что-то. И Платон, это вся система надувательства очередная. Цели моих видео... Ну, я, во-первых, снимаю видео полное. Начинаю от Владивостока до Мурманска, Нижневартовска, там до Сочи. Это не для этих, не для чиновников, а для тех, кто собирается впервые поехать по маршруту, и ему просто интересно знать, ну, ознакомиться с трассой, инфраструктурой, где заправки, где мотели, ну, заодно и полотно дороги посмотреть. Вот эта цель для тех, кто собирается в дорогу. Понятно, понятно. Ты водитель, короче, делаешь? Ну да, уже года три, наверное. Так вот, автомобили подставы. Водитель двигается с максимально разрешенной скоростью. Вот. Ну, обычно знак стоит там, где можно двигаться и с большей скоростью. За ним скапливается хвост, толпа. Ну и многие, не выдержав или не зная этого, идут на обгон. И в этот момент их снимаю на камеру в автомобиле, по радио сообщаю инспекторам. Ну, вот таким образом воспитываю, или не знаю, как это назвать. Вот такая система действует, особенно это грешит Забайкалье. У нас же как трамплин хороший будет, нырок вернее.
там же это смотрел, вот, в стороне Урала. Это небо ясное, и просветлее становится, и температура там ноль была на стоянке. Тут уже плюс два показывает. Я прокомментирую. Регистратор, к сожалению, не может захватить левую часть движения, мы двигаемся по объездной. Там на самом деле над Уральским перевалом небо голубенькое, чистое. Ну и хорошо, то, что это в слякоти, успеть бы проскочить. Звонил, говорит, что у нас снег идет, ну, как мокрый снег, говорит, идет, на асфальте тает, но, говорит, идет хороший снег. Вот так вот. Ну, в Челнах еще пол седьмого утра, ты не забывай. Да, он позвонил еще пол восьмого нашего времени, еще он звонил, он меня разбудил, блядь. А, ну, понятно. Вчера в Казань днем заезжал, говорит. Ездят, говорит, еще хуже, чем в Алма-Ате, говорит. Понятно. Ну, как в Алма-Ате ездят, так, наверное, нигде не ездят. Он говорит, там же все такая, такие же методы езды, говорит, все, говорит, сигналят, все. Это, говорит, еще даже хуже, говорит, он где-то в центре там грузился, но. КамАЗа, что ли, или два Урала догнали. Надо смотреть, да, обходить их.
А да, успеешь, да, давай, придержу аварички. Жека, кури, пока тут встречка идет. Спасибо, КамАЗик. Одиночка проходит, пока никого нет, сейчас я еще туда в низинку гляну, что там мне не видно в низине. Да, я сейчас подержу. Парни, работайте аварийку, тут чисто, далеко чисто. Начинается перевал через Уральские горы. Челябинск позади. Направление на Уфу.
сказать, что вчера в движении, наверное, число 13-го, расход бензина составил... Помню, что двигался в режиме круиз-контроль. Скорость была в пределах 150. Периодически буду называть время, чтобы вы при желании могли корректировать, если это будет возможно, комментарии с реальной установкой, с реальной картинкой. Сейчас показывают часы. Время на экране в нижнем правом углу. Время может быть не очень корректно указано, потому что на видеорегистраторе я не сверял время с часами с точностью до секунды. Может быть расхождение 2-3 минуты, может быть. Пока не знаю. Самых живописных участков трассы. Сейчас, правда, природа еще спит, как говорится. Но будет возможность показать этот участок в летнее время. Непременно это сделаю.
надежности из грузовых автомобилей марок ДАФ и ФАМ. Ремонт ходовой части полуприцепов, гарантийное обслуживание и ремонт любых холодильных установок. Телефон для связи 351-211-305. 351-211-305. Реклама на 15 канале.
Thank you.
ограничены. До Москвы 1800 километров.
левой полосой может стоять наблюдение предмет скоростного режима, поэтому занимаю крайне правую полосу.
название дороги вы можете прочитать. А6, Е30. Идет интенсивное строительство. Что здесь будет? Надо полагать. Расширяют дорогу. Машинка у вас в колонне пошла на Уфу. На Уфу пошла машинка. Интенсивные дорожные работы по расширению полосы. Я не доживу, когда будут широкие две полосы в каждую сторону дороги. Наши внуки будут жить.